На протяжении 3 дней большая российская делегация гостила в городе над Бугом. Среди тех, кто отправился в образовательное турне, доминирующее количество взрослых – представители педагоги. В Брест они прибыли для изучения здорового опыта. Это широкое понятие включает в себя не только знакомство с программами, помогающими поддерживать всеми участниками образовательного процесса хорошую спортивную форму и самочувствие. Понятие в данном контексте трактуется буквально. Это правильное, здоровое отношение к своему учебному заведению, к своим обязанностям, к своей истории, к своему государству. Мы готовы рассказать свои какие-то интересные моменты в системе образования и услышать то, что есть в системе образования вот, Ленинского района школ Бреста. Нам очень нравится ваш город. Мы очень благодарны людям, которые с нами каждый день общаются. Они улыбаются, они добродушны, они отзывчивы, они приветливы. Большое спасибо. Знакомство с опытом воспитания разносторонней молодежи привело в Брест ярославских педагогов. Одна из ветвей развития – патриотическая. Именно поэтому в маршрут посещения были включены учебные заведения, в которых активно функционируют музеи и методические объединения, где занимаются изучением истории родного края. Одним из основных и в то же время наглядных пунктов стала средняя школа номер 13. Уже не один год здесь свято чтится память воинов, погибших во время боевых действий в Афганистане. Экспозиция, собранная силами учащихся и педагогов, рассказывает историю из жизни молодого офицера, выпускника 13-й, погибшего при выполнении интернационального долга. Сегодняшняя делегация посещает наш школьный музей, задачами которого является в первую очередь патриотическое воспитание подрастающего поколения. Потому что та работа, которую проводит наш музей, в первую очередь направлена на воспитание в молодежи уважение к родине, памяти ее героического прошлого. Сейчас в Ярославской области возрождается музейная педагогика. И эти музеи, музеи, которые существуют на базе наших школ, помогают нашим ярославским коллегам в их деле музейной педагогики. Еще одним пунктом маршрута стало посещение нового стадиона средней школы номер 17. Здесь члены делегации смогли убедиться на деле, как на Брещине занимаются развитием и поддержанием спортивного движения. Подвижный и активный образ жизни сегодня модное течение, в ряды которого вливается все больше белорусов, а потому такие начинания поддерживаются. Всего на реконструкцию было затрачено около 4,5 миллиардов рублей. Деньги немалые, но на здоровье, как известно, экономить нельзя. В этом уверены ярославские педагоги. За несколько дней они успели посетить ряд учебных заведений и спортивных комплексов. Своей большой насыщенной поездкой они довольны, а потому с удовольствием ждут в гости брестских коллег. Мы приехали из древнего, красивого города Ярославль. И я думаю, когда вы приедете к нам в город, ваши дети, ваши педагоги, то, я думаю, они будут не в меньшем восторге. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».